Есть то, что объединяет и делает похожими всех мам – любовь, которую они дарят своим детям, взрослым и самым крохам. В этом году в Брестском областном родильном доме попросились на свет 10 545 детей. Который год наша область продолжает удерживать лидирующие позиции по рождаемости среди других регионов страны, сохраняя высокий уровень прироста населения. Кроме этого, сегодня в Брестской области самый низкий показатель младенческой смертности. Также в этом году снизилось количество абортов. Количество сохраненных беременных. То есть количество появившихся жизней 355. Если сравнивать с прошлым годом, то это где-то на 130 деток у нас родилось больше. Это, конечно, заслуга и общественных организаций, и нашей службы акушерско-гинекологической. Это большая заслуга психологов. Рождение первого ребенка в этом году зарегистрировали порядка 1500 семей. Появление на свет второго малыша немного меньше. Четвертый ребенок появился в 98 семьях, седьмой в 5. А рождение 10-го малыша зарегистрировали 2 брестские семьи. Любимыми именами горожан, который год, остаются София, Анна и Анастасия, Артем, Максим и Матвей. В последние годы увеличивается количество лиц, желающих вступить в браки. По итогам, например, 2016 года браков было зарегистрировано 2222. По итогам 2017 года 2458 браков. На сегодняшний день уже количество браков зарегистрировано 1587. Одним из направлений деятельности, которые выполняют органы ЗАГСа, направлены на укрепление семьи, это чествование юбиляров совместной жизни. Да, действительно, у нас уже 10 пар, которые отметили свой юбилей. А самый продолжительный брак – это 60 лет, бриллиантовая свадьба, которую мы отвечали в этом году. И такой результат жизни, пожалуй, лучшая награда для женщины. Ведь счастье в счастливой и полноценной семье, где надежный и верный спутник – один из ключевых составляющих понятия счастья.